Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плюско Михаила. И сегодня у нас, ну, можно сказать, долгожданное видео. Дело в том, что у меня на канале практически, да не практически, а нету инструкции по снятию блокировки на современных телефонах LG. Дело в том, что в отличие от других телефонов, у LG есть, ну, свой нюанс защиты. По сути, практически невозможно активировать запрос, точнее, практически невозможно активировать галочку «Установка из неизвестных источников». То есть какое-либо приложение мы на него установить просто не можем. И кроме того, даже открыть настройки, с этим тоже возникают, мягко говоря, огромные проблемы. И сейчас я вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Ну что ж, погнали. Итак, для начала идем назад, 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 выходим вообще в самое начало. Выбираем специальные возможности. Далее зрение. И активируем всеми нами любимый талбэк, функция для слепых или для слабовидящих людей. Далее рисуем большую английскую букву L. Выбираем настройки талбэк и два раза щелкаем куда угодно. Раз, два. Конкретно этот телефон у нас на базе 8-го андроида LG Q6. 8 или 8.1 уже, в принципе, не имеет значения. Итак, мы в настройках талбэка. Далее одновременно зажимаем обе клавиши громкости и держим. Выбираем ОК. И два раза так тык-тык. И еще раз зажимаем обе клавиши громкости и держим. Все, талбэк у нас отключен, а мы находимся в его настройках. Далее проматываем самый низ, выбираем справку отзыв. В одной из пяти статей, как правило, есть YouTube. Ну, давайте, допустим, азбука Морзе. Видим YouTube. Первый раз нажимаем на проигрывание видео. Второй раз нажимаем по его названию. Далее свайп вниз, свайп влево, то есть закрываем это видео. Справа сверху значок человечка, нажимаем на него и выбираем условия использования. Попадаем в Chrome, продолжить. Далее выбираем любую поисковую систему, не имеет значения какую, и нажимаем ОК. Здесь выбираем пропустить, мы в браузере. Далее, в браузере, ну давайте зайдем, например, на Яндекс, мне так удобнее, я.ру. И уже в Яндексе вбиваем, ну давайте вобьем «Пицца Москва». Найти. И здесь у нас есть реклама с номером телефона. Нажимаем «Позвонить». Так, окей. Нажимаем «Позвонить». У нас выскакивает номер набирателя. Далее, справа сверху три троеточия. Нажимаем на него. Так, не так. Давайте переключимся во вкладку «Контакты». Вот, переключаемся «Контакты». Справа сверху троеточие «Настройки». Онлайн-поиск. Ставим эту галочку. Добавить. Далее, здесь, ну, давайте что-нибудь напишем. Что-то там, собака. Ну, давайте, Hotmail. Hotmail. Надеюсь, правильно написал. .com. Ну, и абсолютно любой пароль. Что-нибудь в этом духе. Далее, настройка вручную. Проматываем чуть ниже. И здесь есть сертификат клиента. Нажимаем «Добавить». «Изменить». И он, естественно, требует от нас ввести пин-код. Итак, выбираем пин-код. Далее. И сюда придумываем любой четырехзначный пин-код. Далее. Далее. Все, пин-код у нас установлен. Ну а далее все просто. Просто перезагружаем телефон. Так, выключение, перезагрузка, перезагрузка. Я думаю, что знающие люди уже меня прекрасно поняли. Сейчас мы этим пин-кодом активируем телефон. Огромное количество обращений в моем WhatsApp как раз связано с LG на базе 8-х андроидов. Вот решение специально для вас. Опять же, я уже говорил об этом в прошлых видео. Самые толковые, все самые новые и, ну, там, допустим, универсальные методы по-прежнему будут выкладываться на моем основном канале. А вас же все остальные методы, там, повторяющиеся телефоны или как-то так, будут выкладываться на моем втором канале plusco.light. Ссылку на него можно будет посмотреть в описании к этому видео. Итак, он просит нас ввести пин-код. Вводим пин-код. Готово. Идет дешифровка.
Естественно, это занимает некоторое время, ничего страшного. Ну что ж, давайте сразу же в специальных возможностях для удобства отключим функцию талбека. Зрение. А, талбек даже отключен. Ну и прекрасно. Ну и проходим процедуру первоначальной настройки заново. Далее пропустить, далее. Настроить как новое устройство. И вводим пин-код, тот, который мы только что придумали. И снизу у нас появляется кнопочка «Пропустить». Бинго. И проходим процедуру первоначальной настройки до самого конца. Далее. С чем-нибудь соглашаемся. Что он там еще хочет? О, далее. Готово. Итак, телефон у нас разблокирован, и это победа. Если видео было вам полезно, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Я считаю, что это лучшая благодарность. И если будут какие-либо вопросы, я со своей стороны постараюсь ответить на них в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Подписывайтесь, впереди нас ждет много интересного.